Йоу, всем привет! Привет! Сегодня вы узнаете, что будет, если взять кока-колу, засыпать в нее просто дофигище ментоса, все это дело засыпать содой и погасить уксусом. Ну, я думаю, еще мы добавим соли и посмотрим, к чему это все приведет. А сейчас мы все это пойдем и кубим. Итак, дорогие друзья, мы идем на оптовую базу. Что покупать? Соль, все окей, пошли. Кока-колу купили, короче, 24 баллона. Паша только что их нес. Офигел. Да, офигел. Потом, значит, взяли 10 пачек ментоса. Еще 2 пачки соды и 2 бутылки уксуса, короче, взяли. Сейчас мы ждем такси и поедем. Да, поедем, не скажу, короче, поедем мы в лес. Короче, этого хватит на несколько видосов. Поэтому, друзья, ждите обязательно и продолжайте просмотр. Все. Все, теперь мы на месте. Сейчас будем делать распаковку. Короче, мы сейчас будем делать распаковку кока-колы. Вам все это покажем. Поставим их в ряд, будет все офигенно круто и будем их взрывать. Поехали. Так, друзья, мы на месте. У меня 2 соды, у Паши 2 уксуса. И у нас 24 банки кока-колы и 10 пачек ментоса.